Сами Альтер, вы находитесь на канале Чигеляута, это реакция на Три Кота. Еще разок, йоу, салют всем, это шоу Три Кота, Кейптаун, кисло-сладкий здесь. Шоу, давай биток, погнали фристайли. Yeah, это шоу. Что-то тут происходит. Сегодня вы, сегодня все тут на моде. Сегодня мы нацепим на кого-то намордник. Сегодня точно ты не знаешь старше года. Я как годник, коупа, как газотчик, коупа. Кто-то хочет, я как котик, пошел нахуй, точка. Браху уйду и красиво, кисло-сладкий VIP. Мама, даны по любви, наркоту я полюбил. Помоги до души. Самая маленькая. Три кота, казахская басота. Три кота, казахская басота. Три кота, казахская басота. Да хуя казахов, но только тут три кота. Я скажу салам алейкум, скажу what the fuck. Спасибо большое, спасибо вам, матушка. Матушка Россия, но батюшка Казахстан. Батюшка Казахстан, батюшка Казахстан, дайте шума, Че, на next пойдем? Сразу на next. Да, можно. Че, ребят, мы не зря, да, там стояли в зале, знаешь. Давай next биточек. Давайте тему закину, тему. Давай. Типа брюлики, цацки, что-то такое, типа выебываемся. Посмотри на мои цацки. Они стоят много бакс. Пошел нахуй по-братски. Пошел нахуй по-братски. Пошел нахуй по-братски. Смотри, какие цацки. Смотри, какие цацки. Пошел нахуй по-братски. Посмотри на мои цацки. Продолжаю бит, у меня пиздец звучит голос. Я его вчера просадил, немного побухав. Пиздец, и хуёво меня прёт. Все качают, ёбаный в рот. Мне нужны цацки, нихуя себе агачки. Всегда братья и братцы, всегда со мной бодаться. Хочешь папа бодаться, нихуя не будет. Так ты скажу тебе вкратце. Рыбайся! Амбассадор, фандос, Казахстана, салам алейкум. Смотри, добить бюджет, иду, куда завидят мой ум. Передо мной пиво, камера мне смотрит прям ебал. Да я с халою, блядь, вот все ганнибал я нахуй. Нигеры, Париж, казахи, Москве. 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 Хули делать? Нигеры, Париж, казахи, Москве. Хули делать? Нигеры, Париж, казахи, Москве. Хули делать? Париж не так далеко, до него доедем. Я тебе, бля, буду мы до него доедем. Нигерям проводим прямо из их посольства. Потому что наше, это наше свойство. Нигеры, Париж, казахи, Москве. Нигеры, Париж, казахи, Москве. Нигеры, Париж, казахи, Москве. Короче, стопудово будет такой трек, отвечаю. Вот в ближайшие две недели. Мы лучшие. One love. И башим дальше. Ну, Опа на затон. Она вышла ко мне в трусах. И даже без белья я вышел напротив и сказал: это я. Йоу, салам. Заходи ко мне в комнату, я передам тебе все, что тебе нужно было все весь вечер. Она приходила как будто на встречу. Я ее раздел, как будто я Млечный Путь. Я встречаю ее, она в трусах, а я без трусов, чисто колбаса.
Салам алейкум и до свидания. Я провожу тебя до кровати и на плечи твои дяди, блядь, не в адеквате. Да я отвернусь, но они, сука, нас узнают. А если я съебусь, то нас не поймут. Потому что Мадиковский, I'm a motherfucking shoot. Shoot, baby. 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 Салам алейкум, здрасте! Всем салам алейкум! Парни, я искренне рад, что вы залетели. Да, вы не хотели залетать в фристайле, я знаю, типа чуть-чуть стеснялись. Потому что мы не умеем. Но, блядь, вы разъёбываете, я же знал! Давайте с ума ещё! Тема в тачке, в тачке, в тачке. Мы в тачке, три казаха, три кота. Как дела, бля, что там продалась? Халайда, да, щищенька, мы на Москва. Алмата, ха-ха-ха. Ты глаза в VIP, тут залетать без сообщений в круг. Вот такой вот фиш, вот такой вот драк, все нюхают. Все могу себе позволить, как дела? Продолжайте, братцы, ха-ха-ха. Еду в тачке, в кармане заначки. Нихуя не прятал и нихуя не прячу. Всегда пиздец на легке. Тусим с пацанами. Это е-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 е
пиздец отвечу, нахуёвым косяком накурю. Я перетею, сижу перед сиденьем, на переднем, но по лобовому. Охота дозвониться своему родному, но если отвернуться, там нас смотрит бонна. Малеком прям затонна. Это моя ебучая форма. Это вот так, вот мои братья. Гаишник тормозить надо, съебаться. Курт хочет что-то сказать. Давай, Курт, родной. Курт что-то хочет сказать. Курт что-то хочет сказать. Курт не знает, что сказать, он стесняется. Он стесняется, ебать, залетает в этот танцпол. Не знает нихуя, вот Тён Ватсон, он не Шерлок, он не разбирает этих движений, но залетает просто сам на инстинкте, так как он может ежен. Я такой голодный, самый грязный. Суки все геймпорядки, все эти суки в порядке. Они со мной хотят быть рядом, на мне похуй. Я кислосадки, если чё, я казах. И татар, эта сука хочет со мной быть. Потому что хули дохуя друзей, как эти все разберешь эти. Я беру эти ленгеры, я курю эти бенгеры. Я делаю бенгеры, делаю, я курю эти бенгеры. Это похуй. Я курю эти деньги, я курю эти бенгеры. Братик делает бенгеры, я делаю двойники. А знаешь, мы то, кто, блять, мы родственники. Мы сидим за одним столом, мы машем любым хуем. Может даже в джинсах, но все дела в интересах. Могу рассказать, почему мы тут собрались. Чтобы все дома остались, вот такой вам аргумент. Меня хуй поправит, мин, я базарю чисто библо. Потому что забиваю бо-бо. Я говорю в эти деньги, я говорю в эти бенгер. Я говорю в эти деньги, я говорю в эти бенгер. Я говорю в эти деньги, я говорю в эти бенгер. Я говорю в эти деньги, я говорю в эти бенгер. Ничего, ничего, просто. Вот, вот, сука, вот не вот надо было изначально вот так орать, ребят. Изначально, ребята, go. Чтобы знали, для меня мы все сейчас на одном космическом корабле и куда-то, сука, летим. Неизвестность. Давайте нахуй исчезнем в этой нету, которая... В этом астрале. Мне пиздец жарко, я хочу снять немного. Ебать, дайте пиво. Давай. Пожалуйста. Бля, дайте вискарь лучше. Я говорю за диву. Я говорю за диву. Я говорю. Я говорю за диву.
живу, чё пою ндиру по утрам. Я курю на себя, я уделюсь пацан. Я курю здесь снова, и ты знаешь, как дома. Я курю для себя, и ты знаешь, как дома. Дома, эй, каких низких погонов. Назвай меня за дом, я ебал ваш миф Петром, блядь. Отдай меня за дом, это низкий поклон. Никаких так дом, называй меня жаржон. Мое погоняло полигон. Всех проклятий, семи палатин. Пали, лютый натиск, семи палатин. Пали, семь проклятий, семи проклятий. Пали, лютый натиск, семи палатин. Пали, семь проклятий, семи палатин. Пали, лютый натиск, семи палатин. А давайте вот так сделаем. Короче, я придумаю примерно по ходу пьесы припев. И нахуй, давайте все орать за это. Да, все толпой, все. Привет, родной. Вообще, да, брат, ребята, тут, брат, вообще кабан, вообще салам алейкум, мы отдельные. Базар. Слева, справа, все, короче, поднимаем. Слева, брат, давайте все орать, заебали, че, блядь, стояли. Да, давайте. Хуйня там пару слов, блядь, и так все понятно. Все, поехали. Давай, бетон. Дай нам бетон. Йоу, парите так, как хотите, чтобы это разъебало сегодня. Вот так вот. Давай, давай. Артик Асси. Ты моя сига, ты моя бич кискова. Мы кислый спона. Любим походу, любим тебя только. Мы с тобой в клубе, да-да-да, жара. Да-да-да-да, мы с тобой у Москва. Прости меня. Я люблю тебя. Редко видел твои глаза, когда они такие накуренные. Но я буду с тобой, хоть я буду всегда прокуренный. И мой запах всегда тебя влечет, и я знаю, это так. Нихуя себе так, я хочу признать. Я просто никогда не забуду твой взгляд. Потому что только я с тебя снимал твой наряд. Это мой снаряд, давай поныряй. И я хуй чё тут сказать, потому что я не мой мой пай. Я курю тебя, я курю тебя. Я курю тебя, я курю тебя. Все, прям сейчас можете звонить Артике Асси. Это был казахский кальян рэп. Да, звоните Хамали Навай, срочно, это срочное оповещение. Любого кальянщика сюда тяните. Срочное оповещение. Не, можно, one second? Давайте сейчас все будем повторять за мной, просьба одна. Я скажу, я дядя Кисло, шляри, и все будем хором орать. Договорились? Раз, два, три. Йо, всем привет, это Кейптаун и дядя Кисло. Шляри. Йо, ребят, скажите вот теперь, скажите мне честно. Фристайлить, это же настолько, блядь, ну пиздато. Ну когда еще люди, когда по духу, да, блядь, да, это одно из, то, что, блядь, инсайдерское. 100%. Парни, пиздец. Кстати, вот это движение, о, я посылаю сердечко. Я посылаю сердечко. Ебать, мне нравится. Пизда страдальщикива. Я помню, я тебе позвонил, ты сказала, что-то там пиздец, не звони. Ты слишком грубый, ты слишком охуевший. Ну прости, детка, я не буду смешивать это с твоими отношениями. Не поебать, кто со мной или без меня, иди. Просто прощаю тебя, кто за мной, братва. Я приехал передо мной, асфальт московский. Меня знают как Мадиковский. Я приехал, шел сюда босыми ногами. Но я не один, я с пацанами. А так я люблю разъебать этот вайб, когда всем грустно, но мне поебать. Потому что я живу во всем этом дерьме. А так да, родной, хуталом жене. Пизда страдальский вайб. Пизда страдальский вайб. Пизда страдальский вайб. Пизда страдальский вайб.
за задачки вак, и за задачки вак, и за задачки вак, и за задачки вак. Мне кажется, это хит, пацаны, вам не это кажется, что сейчас хит. Москва, дайте шуму! Москва, больше шума, это трикотаж! Трикотаж! Так, есть тема, давай. Боюсь будущего, аж дышу тихо. Каста, давай. Это каста, реально? Да, респект, ребят. Братья. Что там, братан? У него что-то есть. У меня есть. Он же рассказывает. У меня уже что-то есть. У меня есть что-то в кармане, но я тебя не покажу. Я не делюсь этим дерьмом, не делюсь. Если есть, я покажу. Если есть чем поделиться, я скажу. Камера палит на меня, будто моя тёка. Она смотрит на меня и говорит, там что там. Она говорит, там где бабки, где все там. Ну я говорю, у меня нет времени, давай рассказывать. Давай рассказывай. Давай рассказывай. Давай рассказывай. Давай рассказывай. Давай рассказывай. И сразу начался допрос. Мы строим из себя взрослых псов. Сейчас мы выглядим типа как на теме. Да, но попозже мы увидим, когда время. Когда система, когда уйдет давление. Все проблемы, это лишь одна точка зрения. Кто же скажет, что мы делаем это плохо? Тогда я голову отсчитаю. Не надо вести себя как лох. Как лох, плохо. Не надо вести себя как лох, бля. Не надо себя вести как лох, бля. Не надо себя вести себя как лох, бля. Бен, нужен погоды прогноз. Йоу! А мне нужно пару папирос. У меня расследует допрос. А ты съебешься, абсос. Видел я таких хэви медали. И вы все тоже, блядь, таких видали. А так ебалом, блядь, перед камерой. До сих пор, братан, привыкаем, блядь. Йоу-йоу, ребята, все. Ребята, момент, один момент. Я курю траву. Я курю траву. Мы, короче, после этого выпуска все на мимы разлетаемся. Никаких лиц, только ебальники. Ты снимаешь, братан? Можно передам привет своей маме? Она смотрит все, что где я снимаюсь. Мам, привет, я в Москве, смотри, что я делаю. Не обижайся, вот такой вот он я. С любовью. Твой сынок кислый. Эй, Давай, задавай. Когда вернется блудный сын? Блудный сын. Когда вернется кислый сын? Блудный сын. Кислый. Блудный. Жесткий. Черный. Белый. Мой косяк лимузин. Белый лимузин. Черный. Синий. Белый. Как будто в магазине. Блудный. Парни, фоны, котли, волны, мои, я как сомни, кислый, сладкий, блудный, жесткий, мощный, мамы, окей, я как сомни, пробую блюда этих сук, я земле, давлю этих лучше, я прям на земле, я курю эту дрянь, как будто я на луне, я курю как будто на луне. Люди могут, но они лгут. Сегодня кто из нас будет true?
Если ты попал в этот клуб, то должен бы понимать, будешь по итогу крут. Все люди, которые тут против меня строились, йо, у меня для вас есть очень плохие новости. Да, вы говорите, что мне надо, не нужно. Йо, вам, ну вы говорите, что нужно поменять ведущего. Ну и похуй, ебал я все ваши тут комментарии. Ебать, то покажу, как делать нужно, когда Наталья после проекта будет со мной очень близко. Я делаю фристайл, она рядом дышит. Я посвящаю строки этому городу, городу, каждому метру. Посвящаю строки белой дороге, белой дороге. Спасибо центру за это. Я посвящаю строки этому городу, центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге. Спасибо центру за это. Круто, классно. Не прям, я так понял, пацаны вообще особо не фристайлили. Кэп там, ну, там говорили, собственно, не об этом. Спасибо, что посоветовали посмотреть. Есть забавные моменты. Рад за Кэп Таун, рад за Кисло-Сладкого. Вот, странно, что Бона не было. Ну, не знаю, не смог, наверное, или вообще просто не фристайлит. Вот. Все. До скорого. Check it out.